Чреватый форт. Похоже, тут лет 100 никого не было. Эй! Максимас Матансас! Талия! Сквотер. Похоже, оказался не в том месте, не в то время. Может, оставили записку? Надеюсь, Талия и Паула выбрались. Кто-то тут точно был. Они указывали путь другим. Клара, Максимас Матансас и правда были в форте. Здесь явно стреляли, и повсюду горы мусора. Узнаю их. Выяснишь, куда они ушли? Си. Отследить их несложно. В этом-то и проблема. Рапидо, Дани. Они пытались использовать это? Идиоты. Инга, столько пластинок. Все спокойно. Вытащи меня. Gracias. Нингон, проблема. Салува. Только не трогай меня. Я знаю эту песню. Пухоны. Их нашли раньше меня. Пинго. Надеюсь, я не слишком поздно. Вижу медика. Клара, я нашла Максимас Матансас, но солдаты Кастильо меня обошли. И, похоже, решили порезвиться, прежде чем звать подкрепление. Делай, что должно, Дани. Любой ценой. Сорвешь голос, не сможешь. Беги, это стелька! ¡Búsquenlo! ¡Rápido! Afirmativo. Цель где-то здесь. Сначала грохни этих сук! Делаешь? Вали их! Похоже, на этом все. Тянешь? Давай, снимай! Ты меня развяжешь или как, караха? Инга! Ты, наверное, Талия. Ходу! Какого... Слушай, можно я его возьму? Нет? Да? Эй, ты спасла Максимас Матансас! Самую балдежную группу в Яре! Я сам собирался этим заняться, но никак не мог перестать рыдать. Уйди из дороги. Я бичо, слышь? Я мексиканец! Вытащи меня отсюда! Я знаю, ты слышишь. А ты будешь хорошо себя вести? Не, амор. Прибью тебя! О, а я думала, ты хочешь спрятаться, как цикло. А ты хочешь сдохнуть, не увидев Штаты? О, ты крутой! Пауло, как самый настоящий мужик, спрятал свою подружку в вонючем болоте. Вот же пута! Это лишь прелюдия. Ну все, все. Вы слышали о Либертад? Клара Гарсия хочет... Мы были Либертад еще до Либертад. Кто, думаешь, привел Клару на первый митинг, вытащив ее из сраной библиотеки? Мне плевать. Клара знает, нудные речи не убедят яранцев вступить в Либертад. Ей нужен голос. Не парься, Талия гонит, прям как ты. Добро пожаловать в лагерь, Максимас! Животные. Эй, народ! Сальдадос больше нет! Все, выходите! Клара, хорошие новости. Максимас Матансас целы, и у них неплохой лагерь. Кто тебе сказал? Плохие новости. Им насрать на Либертад. Потерпи, Дани. Они через многое прошли. Нам не победить Кастилью без голоса Талии и выдержки Паула. Тебе лишь нужно им немного помочь. Ладно, Клара. Надеюсь, ты знаешь, во что меня впутываешь. Пауло, как всегда, занят, да? Тебе мне помочь? Нам нужна любая помощь. Клара все-таки сражается с Кастильо. Это о чем-то договорить. Я присоединюсь к Либертад, когда законы Яры признают наш брак. Я не могу ждать. Бороться за свою жизнь нужно сейчас. Где была? Будь готова сражаться. Да ну. Это просто слухи, никаких доказательств. Ты все равно трепло. Думала, тут будет меньше народа. Они тоже музыканты? Талия ищет тех, кто готов пойти против Министерства культуры. А я слежу, чтобы они не самоубились. Думала, я тут одна недоучка. Папа вел строевую. В семье 5 поколений вояк. А ты что? Вышибли. Папа узнал, что дочь стала, как он сам сказал, уродом. Черт. Вояки не любят трансов. Мне свезло. Талия поймала на краже, но не сдала меня. Парила деку. Либертад может помочь вам всем. Либертад? Кастильо выиграл. Мы начали протесты. И что толку? Клара пошла играть в партизан. Талию загнали в сраную академию Маркессы. Пришлось спасать, но теперь я должен. Кому? Бэмби. Контрабандисту. Как расплачусь, мы с Талией сразу свалим. Давай помогу Паулу. Давай без подачек. Ладно. А ты что не в армии? Врезала сержанту по горлу. Не надо меня будить. Секунда. Бэмби в церкви. Клара Гарсии. Рад, что ты ко мне заглянула. Мы торчим на болоте. Нам нужна любая помощь. Я хочу снова жить. Быть женой в городе. Не боятся, что меня повяжут. Эй, мы с моим парнем хотим того же. Но откуда нам знать, что Либертад на нашей стороне? Ага, теперь ты хочешь поговорить? Нет, повидаться. Жду тебя в зоопарке у Лобутидора, в самой горке. Если это такая шибанутая свиданка... Шивы сюда. И ни слова Паулу, а то он опять потащит меня в болото. Ну, кто-то отключил сигнал! Ты явно стрессуешь. Может, заглянешь к доктору Яне Даболосу? Он умеет ставить мозги на место. Это пригодится, это пригодится. Нет. Я, по-твоему, телепортироваться умею? Конью, какие мы чувствительные. Только когда меня кто-то раздражает. Буду там, звякну. Хочешь повеселиться? Яра, пропишешь. Я понял. Где ты тогда вот видишь это? Когда помнишь его лапу. Вы! На помощь! Далее. Я в зоопарке. Отлично. Я на Лобутидоре. Колесе обозрения. Идут. Потрещим об истории. История повторяется. Моя история. Яру построили рабы, а теперь рабы трудятся над Вивиро. Эль Президента, чертов афроиранец, и даже не улавливает иронию. Они взяли невинных людей, которые пришли на наш концерт. Тот, что мы провели в Асперансе. Во время шоу начался бунт. Министр дерьма в уши Мария Маркеса сунула нас в черный список. А меня закрыли в ее академии. Хотели промыть мозги. Меня спас Пауло. Посоветовал забыть о том, что я там видела. Но я не могу. Там столько людей сидит. Живут в клетках. Спят в собственном дерьме, как я когда-то. Мне их не вытащить. А вот тебе это под силу. Что скажешь? Я буду наблюдать отсюда. Нужно торопиться, а то будут трупы. Паршиво. Надо выключить сигналку. Кастильо. Истинные герои не стыдятся тяжкого труда. Своими руками мы создаем чудо Яры. Своими руками возводим величественные башни Асперанса. Тут нужна осторожность. Пора освободить бедняк. Бегите же! Черт! Никто не слышит. Дани! Талия, ты в норме? Нет! Я смотрю, как людей убивают, будто зверей! Скорее, Дани! Спаси их! Да Пинго! Валите отсюда! Пухоны. Даже звери живут лучше. Бегите же! Помощь! Спасибо! Бегите! Нас хотели отправить в лагеря для изгоя. Я думала, что здесь и умру. Нашу страну разделила на две стены. С одной стороны Клара Гарсия и Либертад. Хаос, предательство и разрушение. С другой — истинный мир. Правда, борьба, деревня. Каждый житель Яры должен спросить себя, на чьей стороне. спасут. Я уверен. Безумие. Талия, это не просто клетки. Здесь пытают и убивают людей. Трупы, кровь. Тут прямо конвейер смерти. С этим нужно покончить. Спасая людей, я буду на стрёме. Шустрее. Ну, бегите же. Бегите. Я постоянно молился, чтобы вы пришли. Освободи их. Талия, людей я спасла. Круть, но этого мало. Иранцы должны увидеть злодеяние Кастилью. Увидеть, почему нельзя больше молчать. Здесь повсюду камеры. Записи с них могли бы многим открыть глаза. Блин, да, не точно. Пустим видео в эфир. Бича сделает так, чтобы записи увидела как можно больше народу. Поищу комнату управления. Записи должны быть здесь. Вот и записи. Дани, у врага подкрепление. Я еще качаю записи. Они нам нужны. Грохни всех солдат. Ну уже. Все, наконец-то. Талия, тут все чисто. И записи у меня. Ясно, почему ты нравишься Кларе. Мария не сможет замять это дело. Не боись, вклад Либертад не останется незамеченным. Я в тебя верю, Талия. Ладно, встретимся у статуи Антона, той, что у главных ворот. Ты увидишь. Оно того стоит. Поверь мне, Дани. Где тебя носит? Глянь, это зебра Антона. Это лошадь в краске. Си, но я прославлюсь. Сфоткай. Шустрее. Да сфоткай уже, блин. Держи ее. Только попробуй еще дернуться. Вот, сразу успокоилась.